проблемы вайпера. Вайпер может погибнуть. Вайпер совсем немножко остается. Да, есть отличный прыжочек от Мираны. Зацепили здесь Shadow Shaman. Shadow Shaman получает баш, получает стан. Разгон будет через 5 секунд. Нужно еще пару тычек по нему сделать. Shadow Shaman баш проходит очередной. Спанули у нас Крейзи. Начинает сбивать его на Соник своими глейвами. Ну и отлично блочит Shadow Shaman. Мы видим отдаться нейтральным крипам как возможность. Но нет, решает просто идти. Все-таки реактив фармер, все дела. Остановитесь, просто-напросто можно кричать, потому что очень много экшена нам дарит команды. Тумейн вроде получила неплохой дэмэдж, но уходит Глиммер Кейп вовремя. Бак уже приходит на место событий, разрезает Варлок, Варлок погибает, ну и Сэнгин снова копает здорово, но тут имба оказывается, который дает трансполярити по двоим. Ну и Торрен по троим в исполнении Кунки, и это минус 4. В данный момент от команды Рейдинг падает Голем, но особо никого не останавливает. Тем временем Эпицентр снова залетает от Сэнгинга, который просто кружит все лица. Ну и минус уже Магнус, минус ее командир, дальше все же. Хотя подкопали Кунку, Кунку быстро убивает, лайфстиллер вылазит, получает РП, отличный корабль. И неужели смогут забрать здесь Файва? Слишком мало хп, еще бы один удар, и надо его сделать, добить Файва. Файв отправляется в таверну. Ну вот могут сейчас как-то Артеса подцепить, наверное, и заниматься с ребят. Хотя, с другой стороны, не хотят и подставляться под вот этих пацанов, которые стояли и ожидали, пока будет рейф. А тем временем штук цепляет нас Пака, лайфстиллер просто берет и привезет всех подряд. Кого тут видит, есть у него ревиз полярити, Пак делает байбай, должен возвращаться в драку, уже идет на Шайна. Слэш Страйк пока подберется самостоятельно, приходит Сэнгин как саппортить, но вот Бластивера, ребята, абсолютно не пробивает. Минус от Пака, минус от Слэш Страйка, Пак еще один минус делает, Слэш Страйк аналогичным делом не слабает, минус еще и Артес. В итоге, это, по-моему, good game.